Пока во Владике звенят фанфары по поводу охерительного развития Дальнего Востока, пускаются фейерверки и прочая показушная херота на спёртые деньги. Вот я по развитому Дальнему Востоку вышел рядом со своим двором, иду сейчас, ну, практически как в гараж, да, и с трудом могу дойти, потому что это уже все лето вот перекопано, перерыто. Вот свежий асфальт был, его так аккуратно взломали, при этом выгрузив землю именно на дорожку, которая была единственная. И вот все это вот на километры до конца загажено. То есть вот так вот они развивают. Ну, злость берет в чем, что не только вот это обнесен весь квартал вот этим хернем, то есть перекопано, изгажено то, что было. Вот так вот они развивают. И половина города вот в таком удручающем состоянии, то есть где по свежему асфальту тут же выломано все, изгажено. Это сейчас дождя нет. Вот ливень был ночью. Стекло чуть-чуть, можно пройти. Вот-вот наступит зима, уже последние дни сентября, а вот этот срач, сранник, как сделали, он по-прежнему остается. Вот буквально уже, может, через недельку, может, даже снег выпасть первый. Ну, дожди идут постоянно, вчера был дождь, залило. И вот это вот, что оставили людям. С весны благоустраивали и благоустроили. Это вот она, мой квартал, огибает вот этот окоп. Выдран так тщательно асфальт. Причем этот окоп, он не только с этой стороны, то есть он идет до конца, вон туда. Потом загибается с другой стороны. Ну, то есть практически с квартала выйти невозможно. С учетом того, что все работы вот там находятся в основном. То есть срач тут опять-таки. То есть был шикарный асфальт, все. При этом ублюдки начали штрафовать пешеходов, да, за то, что пешеходы переходят якобы в неположенных местах, ну, то есть там, где светофор, где перекресток, там просто неудобно перейти и даже невозможно выйти на переход из-за перекопанности. То есть вот такие вот, как бы, управленческие решения в сфере ЖКХ. Вот эта херня тут насыпана, она так и будет валяться. При этом сейчас вполне себе рабочий день, 11 часов почти, никакой работы тут нет. То есть насрали, деньги закопали, бросили, похуй. То есть деньги отмыли на это все, вот это вот стоит. Раскурочили, нормально, пошли дальше воровать, в другом месте копать. Вот так вот мы живем, так что я... Уже удивляюсь, это уже четвертая серия будет фильма «Мы живем в говне». Бороться с этим, ну, честно говоря, вот тут рядом газопровод, прям с этой херней. Ну, то есть весело вообще. Что это Единая Россия творит путинская. Вон они натягивают ленточки теперь. Блять, лучше бы закопали, сука. Ну и тут вот, если можно подумать, что тут какие-то коммуникации, вот, чтобы положить вот эту херню тонкую, то есть вот этот вот сырбор, то есть практически это, ну, надувательство, да? То есть вон она лежит, труба. Вот этот вот. Он даже не парится. Вот и вся работа. Вот я вышел на остановку, наконец-то. Вот то, что я говорил. Снимают последний асфальт, блядь, в городе перед зимой.
старательно там выхерачивают, каналом он по-прежнему. Нормальный асфальт, года два его три назад положили, шикарный. Ублюдки, блядь. Даже не знаю, что сказать. Собянинскую плитку уже сюда, там продать не могут, сюда привезли.